Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировская компания хочет обанкротить певца Вадима Казаченко. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании «Гуманитарные технологии». Как рассказал бизнес-новостям в Кирове представитель компании Руслан Мамедов, с исполнителя взыскивают деньги за сорванный в марте прошлого года концерт. Решение об этом прошло все необходимые судебные инстанции. Также Казаченко должен оплатить поэтому и юридические услуги, и госпошлины. В общей сложности сумма теперь 750 тысяч рублей, что позволяет начать процедуру банкротства. Она позволит взыскать долги за счет имущества и материальных активов гражданина. В Кирове намерены создать мощный прецедент в сфере шоу-бизнеса, как сказал Мамедов. Программа «Экономика». Сборы в школу подорожали для кировчан на 5%. Подсчитали это в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России, основываясь на данных Росстата по ценам на одежду, обувь, канцтовары и цветы. Отправить девочку в первый класс в этом году на 5% дороже, чем в 2020-м. Сильнее всего подорожали платья и сарафаны на 8%. Набор вещей для мальчика стал дороже на 5,5%. Для них сильнее всего выросли в цене рубашки. Рюкзаки подорожали на 7%, ручки и тетради на 5%, цветы и услуги флористов на 2,5%. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Представители ВТПП, Медуниверситета, Минпромторга и администрации Кирова побывали на скважине «Ключ здоровья» за поселком Порошино. Это представители комиссии конкурса «Торговая марка года». На водозаборе все лето проходила реконструкция. Для обеспечения надежных комфортных условий работы персонала предприятия и эксплуатации скважины. Об этом рассказал директор компании «Ключ здоровья» Василий Зонов. Компания участвует в конкурсе ВТПП и администрации уже не первый год. В прошлом году она стала победителем. Экономика. В завершение валютах. Доллар сегодня 73 рубля 99 копеек. Евро стоит 87 рублей 6 копеек. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.